Рада видеть вас на канале. В этом видео я расскажу о любимых чайных напитках. Начну, пожалуй, с самых-самых. Чайный напиток от марки Риоба «Ройбуш земляничный». Впервые я попробовала этот ароматный чай в кафе. Кстати, для информации, эксклюзивный бренд Риоба представляет свою продукцию в сети баров, кафе и отелей. В розничной продаже есть на Озон и магазинах Метро. Этот чай меня покорил запоминающимся неповторимым ароматом. Вкусный ройбуш с цельными кусочками земляники. Чай, который я захотела приобрести домой, чтобы наслаждаться им как можно чаще. В упаковке 20 пакетиков. Пьется легко, без сахара. Ройбуш от Greenfield. Приятный, но не сравним с чаем Риоба. Да, он более бюджетный и более доступный, но при частом употреблении быстро надоедает. Чай Альтхаус. Из всего разнообразия я выбрала чай Ройбуш для знакомства с этим чайным брендом. И, к сожалению, мне этот чай понравился меньше всего. Композиция чая пресная, с выраженным химическим ароматизатором. Стоимость чая завышена для такого качества. Любите ли вы иван-чай так, как люблю его я? Черный чай с иван-чаем и чабрецом – один из моих любимых чаев. Вкуснейшие яркие чайные букеты от марки Йоги. Каждый чайный напиток неповторим. При этом базовая композиция чая – это запатентованная смесь трав с добавлением солодки, лакрицы, лемонграсса, шиповника, фенхеля, ромашки. И это далеко не все. Выбор огромен. Отличная альтернатива чайным напиткам Йоги – чай Гербарус. Рекомендую приобрести упаковку ассорти для знакомства с этими необычными букетами. Спокойствие, баланс, имбирная энергия, детокс и молодость, заряд витаминов. Отгадайте, какой мой самый любимый? Кантанта – мятный персик. Отдельное спасибо автору этой чайной композиции. Невероятный аромат, волшебный, необыкновенный вкус, мягкая мята с нотами персика. Мой любимый вечерний чай. Далай – зеленый чай с мятой, мелиссой, лимоником и цедрой апельсина. Из всего перечисленного в букете чая ярко раскрылись лишь две ноты – это зеленый чай и цедра апельсина. Свежий, легко пьется. Ник Ти – зеленый чай с долгим сливочным послевкусием. Мне такой очень понравился. Гречишный чай с грушей. Необычный, нежный, очень вкусный. Черный чай с розой и личи. Этот чайный букет слишком яркий, и каждая нота перебивает друг друга. Белый чай гранатовый от Вкусвилл. Этот чай совсем не мой фаворит. Букет неинтересный, пресный, а в упаковке полно чайной пыли. Refill – напиток кокосовая матча с коллагеном. Данный напиток очень жирный и принесет пользу далеко не всем. Будьте внимательны, если у вас есть сбои в работе поджелудочной железы и печени. Моему организму этот целебный напиток не подошел. На этом обзор закончен. Спасибо за ваше внимание.